Всем привет, я Алекс. С недавнего времени по всей территории Рашки стали образовываться нацистские организации «Русская община». В Екатеринбурге сотрудники ячейки этой нацистской организации «Русская община» незаконно задержали продавца фруктов и овощей. Напоминаю, что только сотрудники полиции могут задерживать людей. Вот стоять. Руки возьми. Стоять. Я стою, я никуда не денусь. Я никуда не уйду, я здесь. Пусть полиция подойдет. Чего вы? А, это вот это. Я тебя предупреждаю. Один раз. Я использую газ. Я тебя предупреждаю. Два. Сейчас придет автобус. Подожди, да? Далее сотрудники нацистской организации «Русская община» сказали людям, что они могут бесплатно набирать овощи и фрукты данного продавца. Естественно, русские при всей своей воровской натуре набросились на ящики с фруктами и овощами и стали жадно все оттуда брать. Причем, когда у них стали спрашивать, кто вам разрешил бесплатно брать, они стали придумывать разные отговорки по типу: продавец работает нелегально, но даже если он работает нелегально, то кто дал право этим русским нацистам бесплатно, то есть можно сказать, что они воровали фрукты и овощи данного продавца, потому что он тоже заплатил за них. А что? Что? Покупаете или что? Вы сказали, что можно взять просто так. Разрешили пенсионеров, Мы сказали, что это продавец убежал и не хочет. Кто разрешил? Видать, а кто разрешил? В армии или еще как-то, может, на его институт чувствовать. Значит, он, получается, нелегально здесь. А кто разрешил-то? Народная дружина. А меня. А пофиг вообще? Я догадываюсь. Один сейчас сожгете. Не-не, мы ничего не разрешали. Что самое интересное, рядом стояла полиция и не предпринимала никаких действий в отношении этих русских воров, которые жадно набирали овощи и фрукты этого продавца. Ты должен вообще организовывать. Я не видел такого. Не видели, чтоб таскали фрукты? Вы же видите, я постоянно только занимаюсь иностранцами. Туда-сюда я хожу. Видите, чем я занят? Он неизвестно. Вообще неудивительно, что русские так поступали, ведь у них испокон веков воровская натура. Даже посмотреть на то, как в Украине они воровали унитазы и прочее, про то, как они грабили все коренные республики, такие как Бурятия, Якутия, Татарстан, Чечня. Воровство у русских сидит в генах.
распространяйте это видео, делитесь им, чтобы как можно больше людей увидело, что из себя представляют русские. Также оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И донатьте моему каналу, чтобы я видел, что я работаю не зря. Все реквизиты указаны в шапке профиля канала. Всем спасибо.